Привет, мы находимся в городе Мискот. Это окрестности Орландо, Флорида. И вот сейчас мы рассматриваем одну недвижимость, которая выставлена на продажу. Это бизнес. Вот, кстати, виноградик дикий и очень красивый кузнечик тут по нему скачет. Вот такой кузнечик саранча. Сейчас я... Нет, он, вот он, вот он, вот он, вот он. Куда ты ускакал? Вот он, кузнечик, посмотрите. Такого размера, если этот лист с ладонь, то и кузнец с ладонь. Я не знаю. Звуки заглушают, но моя цель была сфотографировать вот этот большой двор, вот это здание со всех сторон. Но тут лот неухоженный, напротив церковь, и это выходит на 50-ю трассу. Видите, мимо проносятся огромные тройки. Так, в таком состоянии крыши, но это все ерунда. Здание выставлено на продажу, но это, собственно, не здание, а бизнес. Не могу удержаться, чтобы не сфотографировать красивую бабочку. Природа очень красивая, вокруг очень шумно, потому что цикады и одновременно треки. Вот кому нужен адрес. Здесь три гаража, ну как хотите это называйте, мы узнаем цену и расскажем вам немножко позже, сколько это стоит. Дальше двор какого-то автосервиса, называется U-Pull, только самовывоз, короче. И здесь есть какое-то оборудование, холодильник, большой водный бак. Ну, здесь можно устроить автопродажи. Я не знаю, сколько земли у них там. И все ли это принадлежит данному место. Вот автопаркс написано. Дальше свалка шин. Ну, короче, сплошной хлам. Еще посмотрим, можно ли туда заглянуть. Да, раскуроченные авто стоят. Ну, скорее всего, ребята тут разбирали автомобили и продавали их на запчасти. И теперь они стали очень богатыми и пытаются продать это место, а себе приобретают что-то другое. Сейчас очень выгодно вкладывать свои деньги в недвижимость, жилье, потому что в окрестностях Мискота, Гроувленда, Клермонта идет массивная застройка, и люди покупают участки, обрабатывают, проводят коммуникации, воду, электричество. И эту землю уже продают по более высокой цене под застройку. Ну, я немножко оговорилась, может и так случится, потому что кризисы повторяются здесь регулярно, и следующий не за горами, но вот данный момент мы на пике. Вот еще я вижу один дом вдали, но мы к нему уже не поедем, потому что там нет никаких знаков. Если знак на продажу не стоит, время свое терять не надо. Еще раз показываю знак. Контакты. Собственно, мы сейчас интересуемся этим, но если вы интересуетесь, пожалуйста, тоже уделите внимание этому потенциальному бизнесу. Мы вас любим, целуем. Подписывайтесь на наш деловой канал и ставьте лайки.
Если вам не нравятся мои репортажи, ставьте дизлайки, делайте комментарии, мы будем совершенствоваться. Всем пока и самые наилучшие пожелания!